отрасль медицины – относительно новое направление в здравоохранении, но развивается быстро. За 5 лет установилась плотная взаимосвязь между всеми поликлиниками и больницами Самары и области. За считанные минуты пациент в глубинке может получить консультацию от специалиста крупного медицинского центра. 6000 консультаций на расстоянии провели врачи областной больницы Середавина. Специалисты районных и центральных больниц обмениваются рентген-снимками, данными магнитно-резонансного томографа и кардиографа. Экономится время и нервы как врачей, так и пациентов. Пациент фактически обследуется там, где он находится первично. И его не нужно везти сюда. Иногда это сопряжено и с риском даже для жизни. Первоначально идет оценка клинического состояния, оценка результатов исследований. И тогда уже к врачам-клиницистам принимается решение о дальнейшей тактике лечения. Процесс несложный и уже отработан. Результаты обследований по запросу поступают из районных больниц в крупные центры. Не дышать! С помощью консилиума через интернет врачи помогают не только больным, но и самим себе. В области, как и по всей стране, не хватает квалифицированных специалистов. Телемедицина получила юридическую значимость осенью прошлого года. По закону обмен данными через интернет допускается только между врачами. Вот загружаются изображения, и вот эти изображения для оценки. Здесь просмотр и обработка с изображениями, после открывается протокол и дается заключение. Этот протокол будет доступен, вот как в данном случае было, его могут прочитать в Красноярской центральной районной больнице. А вот мечта всех больных – консультация врача дома через интернет – это не медицинская помощь, а обычная беседа. Точный диагноз невозможно поставить через экран, говорят специалисты. В будущем возможно развитие дистанционного обхода, когда пациент на домашнем лечении будет консультироваться со своим лечащим врачом. Сейчас электронные консультации развиваются пока между специалистами. География обмена данными расширяется. На очереди столичные и мировые медицинские центры. Олеся Корецкая, Максим Гусев. События.